Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 18. Сравни числа. Давайте вспомним, как складываются многозначные числа. Во-первых, как сравниваются многозначные числа. Во-первых, мы определяем количество цифр в числе. У нас по 3 цифры. Дальше мы смотрим на сотни. В первом числе у нас 7 сотен, а во втором 8. 7 у нас меньше, чем 8. Значит, число 796 меньше, чем 800. Сравниваем 312 и 320. Смотрим на количество цифр. У нас их по 3. Смотрим на сотни. 3 сотни и 3 сотни опять равно. Значит, мы сравниваем десятки. 1 десяток. И 2 десятка. 2 десятка больше. Значит, число 312 меньше, чем число 320. И сравниваем 1999. В первом числе у нас 4 цифры, а во втором 3. Значит, первое число 1000 больше, чем 999. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.